Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая забота. Госпожа не знает, с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я к горничной ее, к Молли. Не морочь голову. Баронесса как раз выезжает. Зайди с дороги. Приветствую тебя, ведьмак. Интересно, что ты здесь делаешь. Стечение обстоятельств я не поверю. Геральт из Ривии. Убийца чудовищ и моего сына. Ты прав, генерал. Мой визит не случайен. Я ищу одного человека. Тебе нечего здесь искать. Капитан, этому человеку сюда вход запрещен. Морван, прости, мне расхотелось ехать на скачки. Приходить к женщине, сына которой сам же и убил? Я думал, у ведьмаков лучше развит инстинкт самосохранения. Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Твои сведения устарели. Молли здесь уже не работает. Баронесса ее уволила? Молли решила, что больше не хочет быть горничной. После смерти Ариана, племянник Луизы приехал принести ей свои соболезнования. Увидел Молли и... Свадьба уже состоялась. Сейчас они ждут наследника. Баронесса потеряла сына, так что ее владения после нее перейдут к этому самому племяннику и... госпоже Лаотард. До недавнего времени просто Молли. В таком случае, где искать новоиспеченную госпожу Лаотард? У нашей маленькой Молли новая страсть — конные скачки. Насколько я знаю, сейчас она должна быть в имении графини Вегельбут. Я сейчас туда собираюсь. А раз уж ты лишил меня общества Луизы, может, составишь мне компанию? Что ж, если Молли будет там... Тогда в путь. Мы на месте. Приятное место. Из всех созданий в этой округе самые занимательные лошади. Ты интересуешься лошадьми? Да я их не различаю и всех зову плотвами. Хм, странный подход. Та серая — Кантарелла. Дочь Кагыра, чемпиона из Воле. Да, серый — хороший цвет. Лошадям он тоже к лицу. Мой фаворит — Вороной, Немрот. Чистых кровей Нильфгаардец. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. Похоже, ты разбираешься в лошадях. Кони куда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в седле, ведьмак. По большей части стараюсь не палить. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице Нильфгаарда. Отличная дубленая кожа. Почему бы нет? Поглядим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Отлично. В таком случае, выбирай себе коня. Я выбираю вот эту серую кобылу. В таком случае попытаю удачу на гнедом дериканце. Кони заседланы. Можно начинать.
Все готовы? Не щади коня! Нынешний молодец. Но! Неплохо шла моя плотвичка. Исключительно. Давно я не проигрывал на скачках. Поздравляю. Это твое. А, вот и госпожа Лотард появилась. Это кто? Бывшая Молли. Вон она стоит. Вот как, спасибо. Я здесь еще побуду. Дай знать, если захочешь вернуться в город вместе. На кого ты ставишь, госпожа? Не могу выбрать между вороным жеребцом и вон той серой кобылой. Прошу прощения, кажется, мы не представлены. Я Геральт. Геральт? Тот самый Геральт, которого Лютик вытаскивал из стольких передряг? Все именно так, только наоборот. Это я все время его спасаю. Хочешь сказать, что это не Лютик спас тебя во Флотземе, перебив петлю выстрелом из лука? Что? Да Лютик бы... Неважно. Ты случаем не знаешь, куда запропастился наш искусный лучник? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. С тех пор, как я стала госпожой Лотард, я только и езжу на балы, рауты и прочие, как их, ассамблеи. Я так устаю. А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носит и вообще. А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в гости. А он смешался и сменил тему. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаймы денег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал... что будет клубника, такое вино с пузырьками, и что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Лютик, наверное, думает, ты все еще убираешь у Лавалетов. Я ему так и не сказала, что все изменилось. Не хотела, чтобы он стал ко мне иначе относиться. А твой муж ничего не имеет против вашей старой дружбы? Ну что ты? Пупусик очень рад, что Лютик учит меня этикету. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно.
Он попросил взаймы денег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить меня. Он сказал, что будет... Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков, но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает, всем, кому только сможет. Как здорово! Спасибо. И удачи в поисках.